Некоторые лентяничают, спят, весь стул занял, лапы не помещаются, свисают. А мы давайте сварим суп, сырный суп. Праздники праздниками, а надо кушать. Бульон у нас уже готов. Сковородочка для морковочки. Итак, что нам все-таки надо? Картошка, морковка, мы ее поджарим, мивина, лук. Лук целый, я просто надрезала его, не люблю вареный лук в супе, потому его кидаю просто с картошкой в кастрюлю. Плавленый сыр, натертый на крупной терке. И, конечно, укроп. Куда без укропа? Укроп я люблю. Это мясо с бульона вытащили. Сейчас забрасываем картошку в бульон. Жарим морковку. А, нам начинают приправы. Я люблю паприку, душистый перец, ну и соль. Готовим. Итак, морковочка наша жарится. Лук с картошкой сейчас закипят. Потом лук достанем. В конце. Мяско порезали. Мивину поломали. Кто не хочет мивину, кто не любит мивину. Я не люблю, просто макароны не раскисают. Можете кашу положить, любой рис, гречку. Вот у вас сырный суп с кашкой. Мы любим с мивиной. Морковочка наша поджаривается. А у нас все замечательно. Погода у нас сегодня солнышко. Солнышко, травка зеленая. Гаражик наш. Все здорово. Продолжаем. Картошечка наша сварилась. Теперь туда высыпем морковку. Лучок наш продолжает вариться тут. Мивину. Сыр. Опля. Сейчас сырок растает. И можно будет высыпать укроп. Мяско вернем. Покипит минут 5. Только не сильно. Высыпем укроп и доставим лук. Чуть телефон не упустила в кастрюлю. Вот такой супчик у нас получается. Пока нам варила. И Грете сварила. Грете тоже супчик. Такой суп. Сырный супчик. Всем приятного аппетита. Спасибо за лайки. Ставим пальчик.